Так, 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 ребятки, а что это у нас тут пришло такое? Ничего себе, автоспорт и тюнинг, это же моя коробочка. Сейчас будем распаковывать. Так, теперь у меня есть шлем и комбинезон. Это же офигительно. Если кто смотрит выпуски, наверное, вы обращали внимание, что у меня был комбинезон Вани Никулина. Я брал его кататься, и вот уже на протяжении года ездил в нем. Но теперь у меня есть свой. Так, что там, заглянем. Сейчас я вам все покажу. Крутя. Мне понравилась модель Alpenstars. Собственно, у Ваньки я брал точно такой же. И он такой достаточно легкий, хорошо дышит и тянется. Вот, я взял в таком цвете. Мне показалось, он такой самый прикольный. Вот. А по размеру я надеюсь, что будет ништяк. Ну что, гоношно? Ну гоношно же, а? Скажите-ка, пацаны. Распаковочка продолжается. Тут у нас шлемофон. Кстати, у меня уже есть такой. Вот он. Я купил его, думал, что он амалогированный. А оказалось, что он мотоциклетный. Ну, я его просто бэушный купил на Авито. В итоге мне на техрегламенте сказали, что, чувак, ты какую-то лажу купил. Вот, поэтому я купил вот такой. Он, по сути, такой же. Ну, как-то он потяжелее, как будто бы. Но мне нравится эта модель, она такая компактная и кайфовая. Ну, вот. Кстати, надо сравнить. Они как будто бы различаются. Чик. Ну да, они разные, но очень похожи. Примерочка. Па-ба. Так, ну чё, ну... В целом костюмчик сел неплохо, плотненько достаточно, особо кушать нельзя, но в принципе свободненько так и... Все, по гоночному, главный бандит здесь я, ребята, я здесь главный, поэтому все, всем пока, хороших вам выходных, всем пока.